поток поэзии, то, что я сейчас хотел бы вам прочитать, это одно стихотворение Иосифа Александровича Бродского, которое называется «1972 год». А между собой мы часто называли его просто «Старение». Это большое стихотворение, посвященное ВГ, то есть Виктору Голышеву. Написано в 1972 году, начало, видимо, еще в России, а закончил он его в эмиграции. Попытаюсь не сбиться. 1972 год. Птица уже не влетает в форточку. Девица, как зверь, защищает кофточку. Поскользнувшись о вишневую косточку, я не падаю. Сила трения возрастает с падением скорости. Сердце скачет, как белка в хворосте. Ребер и горло поет о возрасте. Это уже старение. Старение. Здравствуй, мое старение. Крови медленное струение. Некогда стройное ног строение. Мучает зрение. Я заранее область своих ощущений, пятую обувь скидая, спасаю ватою. Всякий, кто мимо идет с лопаты, ныне объект внимания. Правильно, тело в страстях раскаялось, зря оно пело, рыдало, скалилось. В полости рта не уступит кариес, Греции древней, по крайней мере. Смрадно дыша и треща суставами, пачкаю зеркало. Речь о саване еще не идет, но уже те самые, кто тебя вынесет, входят в двери. Здравствуй, молодое и незнакомое племя, жужжащее, как насекомое, время нашло, наконец, искомое лакомство в твердом моем затылке, в мыслях разброд и разгром на темени, словно царица Ивана в тереме, чую дыхание смертной темени, фибрами в сети и жмусь к подстилке. Боязно, то-то оно, что боязно, даже когда все колеса поезда прокатятся с грохотом ниже пояса, не замирает поток фантазии. Точно рассеянный взор отличника, не отличая очки от лифчика, боль близорука. И смерть расплывчата, как очертания Азии. Все, что я мог потерять, утрачено начисто, но и достиг я начерно все, чего было достичь назначено. Даже кукушки в ночи звучание трогает мало. Пусть жизнь оболгана или оправдана им надолго, но старенье есть отрастание органа слуха, рассчитанного на молчание. Старение. В теле все больше смертного, то есть ненужного жизни. С медного лба исчезает сияние местного света. И черный прожектор в полдень мне заливает глазные впадины. Силы из мышц у меня украдены, но не ищу себе перекладины. Совестно браться за труд Господень. Впрочем, дело должно быть в трусости, в страхе, в техническом акте трудности. Это влияние грядущей трупности. Всякий распад начинается с воли, минимум коей основа статики. Так я учил, сидя в школьном садике. Ой, отойдите, друзья, касатики, дайте выйти во чисто поле. Я был как все, то есть жил похожую жизнью, с цветами входил в прихожую, пил, валял дурака под кожей, брал, что давали. Душа не зарилась на не свое, обладал опорою, строил рычаг, и пространству впору я звук извлекал, дуя в дудку полую, чтобы такое сказать под занавес. Слушай, дружина! Враги и братья, все, что творил, я творил не ради я славы в эпоху кино и радио, но ради речи родной, словесности,
Сказано ж доктору, сам пусть лечится. За каковое роченье жречество, чаши лишившись, перу отечества, нынче стою в незнакомой местности. Ветрено, сыро, темно и ветрено. Полночь швыряет листву и ветви на кровлю. И, можно сказать, уверенно, здесь и скончаю я дни, теряя волосы, зубы, глаголы, суффиксы, черпая кепкой, что шлемом суздальским, из океана волну, чтоб сузился, хрупая рыбу, пускай сырая. Старение, возраст успеха, знание правды, изнанки ее, изгнание боли. Ни против нее, ни за нее я ничего не имею. Коли ж переборщит, возоплю. Не лепится сдерживать чувства, покамест терпится. Ежели что-то во мне и теплится, это не разум, а кровь всего лишь. Данная песня не вопль отчаяния, это следствие одичания. Это скорее первый крик молчания, царствие чье представляю суммою звуков, исторгнутых прежде, мокрою, затвердевающей ныне в твердую, как бы, натуру, мертвую, как бы, натуру, гортанью твердую, это и к лучшему. Так я думаю. Вот оно, то, о чем глаголаю, о превращении тела в голую вещь, не горе, не гляжу, не долу я, но в пустоту, чем ее не высветли. Точно Тезей из пещеры... Нет, это и к лучшему. Чувство ужаса вещи не свойственно, так что лужица подле вещи не обнаружится, даже если вещица при смерти. Точно Тезей из пещеры Миноса, выйдя на воздух и шкуру вынеся, не горизонт, вижу я знак минуса к прожитой жизни. Острей, чем меч его, лезвие это, им отрезана лучшая часть. Так вино от трезвого прочь убирают, и соль от пресного. Хочется плакать, но плакать нечего. Бей в барабан о своем доверии к ножницам, в коих судьба материи скрыта. Только размер потери и делает смертного равным Богу. Это суждение стоит галочки, даже в виду обнаженной парочки. Бей в барабан, пока держишь палочки, с тенью своей маршируя в ногу. Ну как? Расскажите, вы когда пришли к Бродскому? Ну вот я, пожалуй, и рассказал, что в студенческие годы мне подсунули стихи, его буквально однокурсники, не сказав, кто это, но я увидел, что это ни на кого не похоже. Я не знал даже имени этого поэта. И так, после этого я уже, наверное, можно сказать, сошел с ума на его стихах, и тогда носился, бродил ночами по городу в студенческие годы и читал это стихотворение 72-й год каждому встречному, хватая его за грудки, и другие стихи. Потом были, конечно, годы, когда отходил и что-то чувствовал иное, но все-таки Бродский для меня настоящий великий поэт, великий русский поэт 20 века. Спасибо. А вы знаете, есть потрясающее стихотворение, ну вы, наверное, знаете, которое спел Василий в группе «Сплит». «Мне жаль». «Мне жаль». «Что тебя не застал летний ливень». Оно называется «Письмо». А вы помните его? Да. Да. Можно вы прочитаете? Нет, я не смогу прочитать его полностью. Я его люблю, но нет, не смогу прочитать так. Вы с ним спорите?
Ну нет, все равно нет. С последней строчки? Ну нет, нет, пожалуй, нет, нет, принимаю. Но это сам. Почему вы его не берем не прочитать? Интересно, надо послушать. Кстати, я хотел бы послушать, как вы считаете. Нет, я не могу, это мужские стихи. Давай. Хорошо. Сурганова. Сурганова, конечно. Сурганова, которая спела тоже Бродского, там спорно, у нее она спела две песни. Одна песня называется «Что-то там о стене», помнишь? Неужели не я? А, неужели, неужели да. Неужели не я, освещенный тремя фонарями? Тремя фонарями. Да, 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 да. А, ну, это у нее удачность. Сильно музыка, то есть вот что я хотела спросить. А вам не мешает музыка? Вот, например, ну, если вы слышите... Бродский же не любил. Да. Мне мешает. Мешает музыка, как не то чтобы я разделял позицию самого Бродского, который готов был пристрелить всех, включая Клячкина, за рождественский романс. Он вообще, в принципе, не переносил переноса на музыку. Но у Сурганова мне, я очень ценю, уважаю. Но мне и стихи, и мне нравится, что она так делает, но только я вижу, как это уплощает содержание. Не знаю почему. Нет, писать не прочитали, и очень, это очень интересно, и очень глубоко, и это здорово.